Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжая обзор новинок сезона 2021, я хочу особо выделить вот этот сорт. Он называется брикадейки. Странное очень название, не знаю, что это обозначает. Мы сначала его подписали как брикадитки, ошиблись, но оказывается это брикадейки. Сейчас поясню, почему я выделила именно его в отдельное видео. Но знаете, вкусных томатов очень много. Вкусных, красивых, экзотических. Но у нас для жителей сибирского региона, например, наиболее важные, ну настолько же важны качества, которые не сопряжены ни с красотой, ни со вкусом, а именно легкость, высокая, там, хорошая трансфортабельность, хорошая болезнеустойчивость, потом вот эта вот неприхотливость всякая. И вот брикадейки выделились именно по этим качествам. И еще я вот специально до того, как выложить несколько штук на тарелочку, показала вам в одном лотке. Сегодня 15 сентября. И мы по-прежнему собираем вот эти брикадейки. И не по одной, по две штуки, как некоторых, а в больших количествах. И очень важно показать томаты именно вот в такой, в поздний период, даже не в конце лета, а вот в осени, в начале осени, потому что сентябрь у нас уже полностью осенний месяц, 6-8 градусов ночная температура, и брикадейки до сих пор растут, хорошо себя чувствуют, спеют, дают нам обильный урожай. И вот первая причина, по которой я выделила эти брикадейки в отдельный видеоролик, то, что это очень урожайные. Очень урожайные. Вот эти вот штучки прям висят сверху донизу, так же, как Ниагара. Но Ниагара, она немножко помельче, а этот, еще одно достоинство этого сорта, они довольно-таки крупные. Вот смотрите, какие последние плоды. Ну, вот это уже собираем последние. Вообще осталась одна макушечка. Вот такие крупненькие плоды. И еще у них очень интересная форма. Вот напоминает все эти и сосок Венеры, и коровий сосок, и козье вымя. Но это совсем другое, это брикадейки. В описании написано, что они округло-перцевидные, то есть они вроде бы вытянутые, но в то же время они как бы бочоночком. И одновременно еще у них острый носик. Вот такие вот, как очаровашки прям. Смотреть без улыбки на них невозможно. Так что прибавляем еще одно, добавляем достоинство. Первое, это вот то, что они очень урожайные. Второе, то, что они очень выносливые и болезнеустойчивые. Вот я уточнила, что в середине сентября они вот так вот выглядят. Вполне у них прекрасный внешний вид, так же, как у летних томатов. И заметьте, они же остроносые, это как раз те сорта, которые в первую очередь поражаются вершинной гнилью. Ни одной вершинки не было на них. Еще немаловажно, не склонны к растрескиванию ни одного лопнувшего томатика. Потому что что греха таить, некоторые томаты, вот лежит у меня помидорка, видите, некоторые томаты все-таки раз, и от задницы идет трещинка, бывает такое. Тут ни одной трещины. И, конечно, они лежат долго. Они такие, как сказать, не текучие, такие плотные. Мне кажется, вот они идеально подойдут для зимнего хранения. Если говорить о характеристиках, обычный индетерминантный сорт выращивался в открытом грунте с подвязкой, с посынкованием. Вела в два ствола, очень хороший результат. Сейчас дойдем до дегустации, но скажу заранее, что сорт универсальный, его можно и покушать. Он довольно-таки вкусный, мясистый, потому что вес позволяет. Вес вот от 200 грамм, от 150, 200, даже до 400. Особо крупные брикадейки могут быть 300-400 грамм, если будет достаточно полива, если будет хорошее лето. И, конечно, и для консервирования они подходят. Вот смотрите, последние плоды, они прям просятся в баночку. Так говорят, что мы какие красивые будем в банке. А так как они долго хранятся и плотненькие, значит, они будут держать форму, все будет хорошо. Но сейчас, наконец-то, я их разложу на их именную тарелочку, и мы будем их дегустировать.
Вот сейчас мы их на тарелочке и разломим, и разрежем, посмотрим толщину шкурки, посмотрим структуру мякоти. Но сначала я хочу обратить вас внимание на вот такой очень красивый, яркий внешний вид. Мало того, что они вот прям ярко-красные, вот такой классический красный цвет, цвет красного знамени. Они еще вот разные формы. Смотрите, бывают толстые брикадейки, ну вот эти вот, которые округло-перцевидные. А бывают вот прям вот такие стройные брикадейки, которые не округло-перцевидные, а просто перцевидная форма. Так что они, ну, немножко разные. Мякоть томатов очень плотная такая. Ну, что видно было изначально по внешнему виду, когда я говорила, что они прям такие тверденькие. И шкурка тоже довольно-таки прочная. Вот видите, она какая. Но при... Как я вот когда ела, она нормально разжевывается, все. Но все-таки она немножко похрустывает, что говорит о том, что сорт идеален будет. Видите, вот она шкурка. Что сорт идеален будет именно для консервирования, для хранения. Хорошо транспортируется. И на вкус... Сейчас. И на вкус я бы не сказала, что томаты такие вот прям сладкие, восхитительно сладкого вида, ой, вкуса. И по виду, и по вкусу я все-таки решила, что они больше к той, относятся к той группе, которую надо использовать для консервирования, для хранения, для вяления. Но это не исключает, что их можно употреблять в салаты. Вкус томатный, простой, немножко с кислинкой. Сейчас еще разломлю мякоть, посмотрим. Но плод оказался такой плотненький, что разломила я его с трудом. И видно, что все-таки мяса томатного здесь много. Вот эта мякоть, видите, арбузная, сахаристая. Это говорит о том, что он не совсем тот сорт, который состоит из одних семян, а именно, что можно его для свежего употребления использовать вполне. Вот это новый сорт с интересным названием брикадейки. Может быть, кто-то знает, что это обозначает. Я пока не знаю. Смешные такие, задорные, курносенькие, очаровательные томаты, которые понравились мне тем, что очень урожайные, тем, что не заболели никакой болезнью, это значит, они болезнеустойчивые, тем, что они неприхотливые и продолжительное плодоношение, вот в сентябре еще даже плодоносят. И, конечно, и внешним видом, и тем, что их можно применить и туда, и сюда, и кушать и для хранения, и для консервации. Подходит и форма, и структура мякоти, и плотность шкурки. Вот новинка, которая, может быть, кому-то понравится.